буду служить. Выбор, как будто бы. Ни секунды раздумий. Здесь тоже легкая мукла. Мукла ОП. Мастер for battle ОП. Нет, ладно, верну. Трусильвер ОП. Ну ладно, наверное, стенающая душа. Не очень хорошая карта для Пладинус. Ну ладно. Может быть, я даже скрытого убийцу возьму. Ну, возьму скрытого убийцу. Мне кажется, это лучше карта, чем стенающая душа. Печать чемпионов ОП, а? Заступник авангарда более ОП, чем печать чемпионов. Заступник авангарда еще вот с удовольствием. Брюмастера давай легко. Хранитель Волдамана ОП. Кода тоже то, что нужно. Ну, Скарлетт Крусейдер хорошая карта. Дерзкая налетчица. Здесь у меня есть два оружия. Это будет посильнее, чем раздражатор. Ну, здесь довольно такие себе слабенькие карты. Ну, ладно, я могу взять Оазисного Хрустогрыза и сойдет. Вот, его можно и муклой потом забафать. Вот. Ну, можно печать чемпионов на нее кинуть. То есть, ну, вполне неплохая карта может быть. И другие куда более слабее. Ну, защитник королей как лечение. Ладно. И еще один Трусильвер. Да, могильный паук может достать муклу. Это здорово для паладина, но так-то в целом зверей паладинских нету. Цинжин. Легкий-легкий Сенжин. Ну, Dark Iron Dwarf, конечно, очень крутой. И, конечно, надо взять его, но вообще-то четверок многовато. Ну, ладно, нет, учитывая, что Master for Battle брать Dark Iron Dwarf. Aldor Peacekeeper ОП. Мурлок Рыцарь ОП. Нет, не садим четверком. Учитель фехтования интереснее, чем древние тени, наверное, да, потому что, во-первых, у меня есть Мурлок, во-вторых, у меня, ну, просто подспамить стол неплохо, в-третьих, древние тени, у меня слишком много четверок, да, я возьму лучше его. Конечно, Серебряный Всадник лучше, чем Защитник Королей, два их перебор, пожалуй, будет. Паладин Регент интереснее, чем он Бесат Часовой. Шаттер Санклерка лучше, чем Огр. Огр глупый. Огра мы не хотим. Так, самая лучшая здесь карта это Трок. Самая лучшая это, пожалуй, все же Скарлетт Крусейдер. Хотя у меня есть два оружия, и Зловещий Кузнец примерно равен с ней. Чуть-чуть похуже. Однако у меня слишком мало двоек, и более чем хватает троек и всех на свете радостей, поэтому я легко возьму Трога. Амани Берсек, здорово. Еще и двоек набрал, еще и двоек набрал. Ну, боец арена, как раз мне не хватает там немножечко пятерок, да, пожалуй. Да, ни одной пятерки, которая просто на стол не выложит. Форсир. Не против. Танк-паук. Не против. И последняя Следж Белчер, либо Служительница Солнца. Нерубское яйцо тоже, кстати, может быть очень неплохое. Раз забав, два забав, три забав, четыре забав, пять забав. Забавов много, но нет, я, наверное, нерубское яйцо, я откажусь от него. Одна единственная шестерка у меня, это Мурлок Рыцарь. Какой-то плюс от Слэш Белчера есть? Ну, просто быстрее. Не, мне кажется, Служение Солнца посильнее будет. Мне кажется, да. Ну, мы сейчас, конечно, взглянем и увидим, что... Увидим, что они одинаковые. Слэдж Белчер 80. Санвалкер 84. А, даже повыше. Ну, кстати, такое. Ну, да ладно, я возьму Санлакера. Мало шестерок.
просто в кривую лучше вписывается. Ну а так они действительно практически равны. Ну давай. Ну что сказать по колоде? Нету консекрешенов, но вообще не волнует, колода мега ОП. Средняя карта, средняя карта, средняя карта. Ну, средняя может. Да нифига не средняя. Все остальные вообще хорошие, либо отличные, либо самые крутые на свете, типа там призыв в бой, Алдор Пискипер, печать чемпионов, Тру Сильвера 2, Мурлок. Вот этот вообще жесть. В общем, 12.